время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. На состав Ювентуса. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Состав будет с первых минут на поле у гостей. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Стало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. На состав Ювентуса. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Состав будет с первых минут на поле у гостей. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Стало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. На состав Ювентуса. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Состав будет с первых минут на поле у гостей. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Полового этапа началась. Нас ждет фантастический футбол, и надеемся, что мы увидим его уже с первого матча. Потери, все в оборону. Хороший пас во фланг. Хуан Квадрат. Мяч Ваутушу. Сорен Рикс. Фуад Баширу. И снова аут. Хуан Квадрат. Сами Хедир. Дибал. Ну, решай же! И не удается ему забить. Вот должен он был сейчас выводить команду вперед. Все для этого было сделано, но немного не повезло.